Значит, насчет техники безопасности. Как правильно брать кайманову черепаху, чтобы она не укусила? Всегда только за заднюю часть. Вот она лежит. Спокойно берете ее за зад. Вот, вот так. Подняли и держите. Возле лица ее вот так вот никогда не держите. Она выпад сделает и укусит за лицо. Это моя спокойная, но это редкость. То есть за заднюю часть панциря. Можно брать и здесь под лапу, и сбоку. Вот. И вот так вот держите. И ничего она вам не сделает. Все.